Очень часто приходится замедлить или ускорить видео. При этом хочется, чтобы это происходило плавно и без резких рывков. Замедление видео – огромная сфера применения. От простого желания рассмотреть, что же случилось, до профессионального монтажа, даже если это пейзажи или кулинария. Это очень легко сделать с помощью программы Premiere Pro, которая предназначена для профессионального монтажа видеороликов. И к тому же работа в ней, можно сказать, увлекает и затягивает. Вот, к примеру, любительское видео, которое было заснято при простой игре с лопанием шариков, наполненных водой. Но, как вы видите, все происходит настолько быстро, что просто невозможно понять с первого раза, что и как все случилось. Первое, что мы сделаем, это нажмем правой кнопкой мыши на видео и выберем пункт Speed, Duration и понизим общую скорость до 50%. Посмотрим, что у нас получилось. Уже лучше, но не то, что нам хотелось, поскольку программа просто размножила некоторые кадры, и они стали повторяться. Снова зайдем в Speed, Duration и в Time Interpolation выберем Optical Flow. Сделаем рендер клавишей Enter. Посмотрим, что случилось на этот раз. Уже намного лучше, так как повторяющиеся кадры были заменены на уникальные. И замедление стало более плавным и приятным. В принципе, можно на этом и остановиться. Но мне хочется еще дополнительно подчеркнуть момент тех самых брызг. Нам нужен подпункт Time Remapping и последующая Speed. Затем практически уже дело техники. Находим на видео нужную нам точку и ставим так называемый ключевой кадр, тем самым как будто разрезаем наше видео. Для удобства работы мы расширим нашу видеодорожку до довольно-таки приличных размеров, чтобы можно было производить дальнейшую коррекцию без каких-либо проблем. Далее переходим на верхнюю точку и просто растягиваем нужную нам половину до образования плавного угла. Опускаем горизонтальную линию до нужной нам степени замедления, либо поднимаем для ускорения. Корректируем положение ключевой точки в случае надобности. Не забываем подписаться на канал. Как только вы будете довольны скоростью, нажмите «Интерполяция времени» — оптический поток для плавного замедленного воспроизведения. Сделаем рендер. И вот он, окончательный вариант. При экспорте видео не забывайте уточнить, что Time Interpolation также выбрано Optical Flow.
Желаю всем удачи в монтаже ваших видео и продвижении канала.